все свету, за росквит святых Божьих церков и за съед на дня все Господу помолим. Господи, помилуй. За владыку и отца нашего, святейшего патриарха Филарета, и за владыку нашего, преосвященного епископа Дамиана, честное священство, Христе и диаконство, за веспричет и за народ, Господу помолим. Господи, помилуй. За Христа. Розмислювання щодо води. Що тепер для нас вода? Одне з необхідних умов життя. Доступне, механізоване, дешеве. Відкрили кран, і ось вона вже біжить. Але для того, щоб зрозуміти, чому через тисячоліття саме вода була одним з головних релігійних символів. Потрібно відновити в себе втрачене нами почуття космосу. Саме вода з древності для людини була нічим іншим, як символом самого життя. Але без води людина вмирає. Тому людина – це істота, якій властива спрага. Без води неможлива чистота. І тому вона є символом чистоти і очищення. Життя, чистота, а також краса, сила і могутність водної стихії. Ось де відчуття. Дякую.
Я не укажу. Вот и этот раздевает, Валя, что тебя видишь, он в белом свитере, Валя. Валентин Петрович, видишь? Не-не-не, ну видишь, он раздевает. Вижу. Нина Миляна, видите, кто он раздевает? А, да, да. Он их не процветает. Он так спокойно стоял, как... Вот, смотрите. Все, вот это и все. А что вы хотели? Вот это и есть крещение. Ну да, на миру и смерть красна, да? На миру и смерть красна есть пословица. Теперь растеряется. Добра. Еще одна. Женщины у нас смелые, оказывается. А у тебя ни одного. Отважные и обратно. А видишь, по одному, чтобы видно было, что никто не утонул. Вылазь, я тебя прошу. А вот, пожалуйста, смотри. Да, это еще мороза не. Сколько и то далась. Это не куча, может, сюда. Берега вышли. Она дальше. Вода с берегов. Видишь, какой у них клуб. О, Петрович, председатель их, вот. Председатель их, вот. Опа, вот это пошел. Зачем так далеко? Так возвращайся, не себя. Он же знает. Он там знает. Он на всю сторону решил. Ну да, поплыл, ну давай забавно. Там такой жировой запас и прослоечный. Нам уже сейчас водить. Такую же. Может, он осмелится, в конце концов. Кто-кто? Это наш тут такой есть один. Брехолодцы. Болеем за него, он не идет спать. Вы болеете, он только покупался? Ой, ты еще каждое утро. А не закаленного, можно сейчас? Можно! Я сегодня купался. Ну, купайтесь. Не, не купался, красил. Можно, что нельзя? Сегодня я могу... Можно выдержать, если сердце крепко. Нет, я... Иди давай на катание!
100 грамм. Буде 100 грамм і вам, і нам. Це вам на Йордан замість 100 грамм. Водіточка, водіточка. Я до вас свято, щоб жили багато, щастя вам, здоров'я, всі свята провадити і нового року дізнатися. Христос ти рождаєш. Тата, подивимося, ти там хлопці, от дивіться. Це сказали, що цегли руками б'ють і шифер з них з голови сипить. А ну ось подивіться, пішли хлопці. Хлопці, діти, хлопці. О, хлопці в червоних беретах, ходите сюди. Ой, Боже, воля твоє, хлопці! Сразу так двинуться. Мужчина, нам не видно. Погано горить.